То, о чем ты думал, что это тебе знакомо, иногда растворяется в ничто. Твои самые блестящие идеи, удивительный опыт, работа всей твоей жизни — все это может рухнуть, иногда без предупреждения. Тебе будет предложено все начать снова, и снова, и снова. Я же говорил, что это путь не для слабонервных. Ах да, ты обязательно прикоснешься к блаженству и радости существования. Конечно, иногда ты будешь смеяться над простотой вещей, но тебя также попросят противостоять своим самым глубоким страхам. Тебя попросят встретиться лицом к лицу с темнотой и ночью внутри. Пойти туда, где обитают нелюбимые существа. Ты попадешь в очаги горя, о которых даже не подозревал. Ты будешь выплакивать миллиарды слез по потерянным и брошенным детям внутри и снаружи. Ты будешь гневаться на небо своих родителей, на всех учителей, которые подвели тебя, на ложь, которой ты кормился, на тех, кто никогда не появлялся, когда ты нуждался в них больше всего. Несколько дней ты будешь дрожать от страха. Иногда земля разверзнется, поглотит тебя и выплюнет обратно. Иногда ты думаешь, что достиг конца пути, и тебя снова выбрасывает в его начало. Иногда захочется сдаться. Иногда тебе может показаться, что у тебя вообще нет прогресса. Иногда ты проклинаешь тот день, когда ты отправился в это путешествие. Но ты исцеляешься. Именно таким образом. Ты оттаиваешь. Обусловленность, основанная на страхе, тает. И ты встречаешься с жизнью в чистом виде. Ты возвращаешься к естеству, в сад, в дикую природу. Туда, где ты был зачат. Это не всегда просто. Не всегда спокойно. Это не всегда духовность, которую тебе продали. Это не всегда любовь, свет, радость, позитивность и чистая невозмутимая осознанность. Нет, это настоящее пробуждение. Теперь ты воин реальности, уставший от ложных обещаний, рыдающий, бушующий и смеющийся на своем пути к ужасной, чудесной целостности, которой ты являешься. Все твои старые мечты рухнули, а ты нет. Голоса страха, стыда, сомнения могут все еще быть с тобой, но теперь ты больше их. Есть дни, когда ты чувствуешь себя крошечным. Да, но есть дни, когда ты можешь держать всю эту вселенную в ладони. Ты сошел с ума, чтобы стать нормальным. Ты развалился на части, чтобы быть целостным. Ты променял старую безопасность на жизнь, полную приключений, и отказался от печальных старых догм ради трепета незнания. Ты находишь безопасность в самой темноте, красоту в самых уединенных местах и любовь там, где ты никогда не ожидал встретить любовь. Ты падаешь на землю, тебя полностью поддерживают непостижимые силы. Ну и что с того? Что? Ты падаешь, набиваешь себе синяк. Некоторое время тебе стыдно, ты оплакиваешь старую мечту, и что? Ты кричишь и разворачиваешься лицом к лицу к реальности, и она оказывается не такой плохой, как ты боялся. Ты поднимаешься, отряхиваешься, возвращаешься на тропу и идешь дальше. По правде говоря, ты никогда не сходил с пути. Путь никогда не покидал тебя,
ибо путь формируется под самими твоими ногами, в каждое сейчас, с каждым шагом, который ты делаешь или не делаешь, радуясь своему уникальному путешествию. Ты прославляешь себя точно таким, какой ты есть сейчас, преклоняясь перед своими неудачами и своими победами. Итак, начинай снова, друг. Начни снова и иди дальше.